как они собирались сохранить. Поэтому признают-то никуда. Как они, по словам, мы знаем одного известного поэта, мы говорим, Ленин подразумеваем партию, говорим, партия подразумеваем Ленин. Все, подразумеваем что-то. Ну, поэтому говорим одно, а делаем другое. По сути-то, дело расходится со словом, поэтому призвали. А дальше что? А дальше это пустота, люди-то увидели. Одни идут за чудесами, а другие приходят, видят, что ничего не понятно. На каком-то церковно-славянском языке, повернувшись задом к народу, бубнят чего-то. Ну, один раз пришел, второй раз пришел, а дальше то, что чудеса не происходят. Мироточения нету, исцеления нету, и что я туда буду ходить? Поэтому, конечно, не будут наполняться эти храмы. Они под церковью-то разумеют только здание, храм. Они имеют в виду церковь, что она собой должна являть, в основу которого положено тело Иисуса Христа. Вот еще этот Иларион, когда интервью давал, как раз вопрос этот корреспондент сказал. Вот, говорит, значимые там были за 5 лет вот интронизации этого патриарха Кирилла. Было значимых там много событий. И вот, говорит, последние, говорит, это пояс Пресвятой Богородицы и дары. Говорит, ну и как, это же, говорит, неоднозначно. Корреспондент говорит ему, Илариону, митрополиту. Это, говорит, неоднозначно же все. Я так, это, потому что, говорит, отзывы-то, говорит, ну да, были, говорит, такие восторженные отзывы, но в основном-то люди ничего сказать не могут. А когда вот были дары, вот волхвов привозили, там несколько было интервью, и люди одно и то же. Ой, подходила такая энергетика, ой, такая, такая благодать, и больше-то ничего сказать не могут, а... Там какой-то стоит иеромонашек, его спрашивают. Ну, а самое главное это, ну, чудеса-то были? Он такой, такой еще, ну, а как же были? И сразу, ну, расскажите пример. Он, вот это уже тайна. То есть называется рака за камень завести. Алевтина Пантелеевна, она раньше... Почему? Алевтина Пантелеевна... Мне очень интересно, когда все-таки прослеживается ли в истории, когда началось это? Написано же, муж одной жены, епископ. А прослеживается, когда началось-то, что не женатые должны быть епископ? Отступление, когда это? История? Ну, можно. Ну, в 2051 году гонения Декия начались в Карфагенской церкви. Как в 2000? Ой, в 2000. Почему-то в 251 году. Да, 251 год. И когда Декий гнал, там был благочестивый епископ. И вот он участвовал в Карфагенском соборе. Был такой там Карфагенский собор, через сколько-то времени, там, в 300 каком-то... В 12-м, что ли, году. И он там претерпел много испытаний. Он исповедником был веры Христовой. И как раз вот он поставил преграду, когда начали говорить, что вообще все священство, на этом соборе говорилось, все священство должно принять монашество. И вот он один только поднял вопрос. Братья, нет, так не должно быть. Господь не это заповедал нам. А кто вмещает, тот да вместит. И он вот этими словами Христовыми, там их сколько-то было, человек, наверное, около 180 епископов, и он один восстал. И вот его один голос победил. Вот Игнатий Игнатьевич тоже об этом где-то пишет. И как раз я это все вытащил, да, по-моему, на Карфагенском. Но на одном из соборов, во всяком случае. Вот как раз вот, ну, он к этому причастен, исповедник. Как еще, скажи его? Я не могу сейчас сказать, я на память... На имена не памятлив. Но если кому надо, вы прочитайте этот вопрос. У Игнатия Тихоновича есть в 7-8 томе. Он идет. Ну, да, сейчас придет спросить его. Памфилий как-то или что-то. Вот я сейчас. И вот это, то есть вообще хотели, чтобы все священники были монахами. Вот как вопрос уже тогда стоял. Это 300-й год. А когда все-таки приняли-то, победили? Да никто не победил, никто ничего не принимал. Игнатий Тихонович, вопрос здесь, в это помните, как раз как бы я-то его вам задавал, вы отвечали у себя в 7-8 томе. Один из исповедников-то, епископ,
на Карфагенском соборе или где хотели полностью всех священнослужителей сделать целибат, когда был? Монахами сделать, а он один восстал. Один вопрос, задайте ему. Он один восстал, не помните сейчас? Ну, то есть это не на собор, это ни в соборах, ни в канонах, нигде этого нету. Это... Нет, нет, в канонах нету, это просто был собор, он был еще типа как Карфагенский, в каком-то 312 году или... Это Эльвирский, наверное, собор. Ага. Нет, я сказать не могу, это не относится к книге правил. Нет, это не к книге правил относится. Ну, это, конечно, как называется, частное мнение. Да. Было одно время то, что вот запретить неженатым даже священниками быть-то. Но они уже хватили, дальше некуда. А вот вопрос поставить, чтобы ни одного монаха там не было, вот этот вопрос не поднимали никогда. Они, цель-то была одна, что ничем не связано, человек, семьи нету. Он для Бога будет всем умом, всем сердцем быть. Мысль-то хорошая была. Но надо же было посмотреть, природа человеческая остается та же самая. Ну, чем он будет заниматься? Ты посмотри, вот сейчас, которые приходили на крещение, там у нас же засняли все это дело-то. Так смотреть просто опасно. Это барнаульские священники, барнаульские. Они как на подбор одни. Вот посмотрите на снимки-то. Это явно, что человек не изработался, ничего. Вот идут обыкновенные прихожане, и вдруг священник, прихризан где-то на него, и он сам вот такой вот, вот такая вот рожа красная, начинаешь говорить, он ничего не видит, он просто... сбивает тебя и все. Второй идет такой же, третий вот с таким вот животом. Что это, нормально? Иоанн Златоуст это все высмеивает. Тебе что, говорит, в жертву решили принести? В жертву надо было упитанных овнов приносить. Или что, город готовится к осаде? Ты же никуда не годен. И вот этот вопрос, отсюда дальше, отсюда сон и ожирение, и блуд, они в обнимку идут. Они этого не понимают даже. Игнат Тихонович, так с какого времени все-таки вот это от слов апостола Павла Иисуса Христа, скажем, через него, что ну, епископ не женатый должен быть? Где-то это было принято на каком-то... Да нет, не было. Или как? Или это стихийно пришло вот просто в жизнь не церкви? Это монахи. Им нельзя ничего разрешать. Они сразу захватывают эту позицию, они смотрят, как на завоеванного рубеж и идут дальше. А они дальше, значит, самые страшные каноны, это где монашеская власть. Даже следующий канон приходит в собор и говорит, вот они признали канон, мы его не можем отменить, он уже принят, как царь Таксерсов. Закон не имеет права отменить свое распоряжение. Помните, Иеремия? Да, вот тогда, да, я другой вдогонку могу дать закон дать-то, а и тот, Исфирь, который закон вас убивать, он так и будет действовать. А вам дается разрешение другим законом обороняться. Это Исфирь. Все. Исфирь. Ну, Исфирь. Так вот, здесь та же самая история. Вот они немножко только монахам разрешили там как это, а они сразу захватили эту позицию. А дальше они безжалостно истребляли все, что на пути встречалось. Вот считаешь, какие они принимали законы. Следующий приходит собор, они видят это правило, неотменяемое, и говорит, не знаем, как эти святые отцы могли такое правило сделать. Правило, в котором сказали, если будет каяться, даже умирать, не принимать покаяние, чтобы он умер в отлучении, умер в анафеме, чтобы непременно в аду был. Там злоба сверхсатанинская. Так и следующие святые отцы говорят, мы не знаем, как они могли такое правило принять-то. И ты думаешь, что, какой грех сделал, он убил кого-то? Нет. Епископская территория каноническая, это самая опасная зона, заминирована. А он из другой епархии посягнул там что-то взять или сделать. Убил 100 человек, покаяние, если епитимия, 18 лет, и он уже будет опять нормальный христианин. Но если на чужую там территорию, епископ к епископу, все, не в 7 веке, не в будущем. Ну что это, по-божески? В первую очередь территория всем дана, где бы он ни был проповедовать. Здесь никак, это моя каноническая территория. Я их на этой канонической территории как начал осаживать, они все попятились. Я говорю, ну, можешь конкретно показать, а почему нельзя? Выходим на улицу. Так, рядом подходим к дому. Вот этот дом кому принадлежит? Ну вот тот кому? Благочинному. Так это его каноническая территория. Ну вот мой огород, мой сад. У тебя сад. Приехали осенью, там все бурьяном выше головы. Это твой сад? И ты говорила ко мне не подходить, и ты что сделала-то? У тебя ни одной грядки нету. Все заросшее там. Там ходят собаки, бомжи ночуют. Это твой участок? Ты одной луковки не принесешь мне. Потому что не садила. А если ты садил, от тебя всегда постоянная помощь идет, потому что твой участок, ты не знаешь, что подсунуть нам. Вот конкретно, я говорю, вот в этот дом теперь заходи. Первый этаж проходим, сколько квартир, сколько подъездов. Ты ни в одном ни разу не был. Ты нигде не проповедовал, ни тебя не знают, ни ты не знаешь. Это твоя территория.
Ты должен отвечать за каждого человека, который на твоей территории. У меня лагерь, вот это окружена моя территория. Я начальник лагеря. Я несу ответственность, это моральную, перед совестью, перед Богом, перед людьми, уголовную ответственность. На меня воздвигли одно за другим несколько уголовных дел, они рассыпались по клевете, потому что. Вот такая штука. Здесь ни за что не отвечают. Вот эти слова надутые, называется «дымное надмение мира». Галина Ивановна. Я, значит, вы слушайте меня внимательно. Я хочу сказать. Во-первых, я Игнатия Тихоновича хочу поблагодарить за то, что я через него, естественно, я познала Христа. Через него я начала читать Библию, изучать материалы, начала читать святых отцов. То есть его вклад именно в мою жизнь, он неоценим. Вот. И так же, как и во всех вас, естественно. Потому что мы все, как говорится, родились от Игнатия Тихоновича во Христе. Да. Вот. Но сейчас я хочу не сказать. Сказать не об этом. Я хочу сказать, что у меня немножко другое мнение. Вот. Я хочу сказать немножко противовес Игорю, то, что он сейчас говорил. Я повторюсь, я уже третий или, может, четвертый раз уже говорю. Когда я заболела, значит, меня в ноябре поставили интернет. То есть это сравнительно недавно, это всего лишь третий месяц. Вот. Ты, Игорь, говоришь одно. Я вижу, глядя на канал, православный канал «Союз», православный канал «Спас», я вижу совершенно другое. Вот. Я вижу, что нашего, значит, патриарха Кирилла, и то, что ты говоришь, допустим, он там не опирается ни на священное писание, ни на святых отцов, я этого не вижу. Я именно, вот особенно те материалы, которые касаются крещения, которые, как, в общем, у него очень большое, огромное количество материалов выходит. Вот. И везде он опирается на священное писание. Он приводит в пример святых отцов. Я ни разу, ни одного его проповедей я не слышала, чтобы не было опоры на Священное Писание. Скажу про Осипова Алексея Ильича. Да, он ходит там гладко выбритый, вот, но какой он умница. И вот я последний материал его смотрела, как раз касалось о том, что он вел передачу, когда приходят креститься к священникам люди. И вот конкретно один священник задает вопрос, а вот ко мне он приходит, он готов там деньги любые, это, а он ему говорит, не крести, не крести. И он говорит, священники, какой вы грех берете на душу, если вы людей крестите неподготовленных. И он как раз конкретно говорит всем своим ученикам о катехизации, то есть о научении людей. Он говорит, что толку, что вот они пришли, конкретно его слова, что толку, пришли они в церковь, если вы их покрестили, пусть там они хоть как-то упрашивают вас, но они вышли, они начинают снова грешить, потому что они не подготовлены. И он несколько раз повторяет, слышите, я вам говорю, слышите, приводит места Писания, приводит, он очень часто ссылается на святых отцов, очень часто ссылается на Игнатия Брянчанинова. Вот. И вот здесь и еще патриарх наш, вот выходит новосибирский журнал «Душа». Очень хороший материал. Я уже читала, значит, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, 4 номера. Патриарх Кирилл говорит священникам, идите, не только у себя проповедуйте там, значит, в храмах, не только там, но идите, идите, идите проповедуйте, идите научайте людей, и учите, вот. Конечно, надо нам тоже немножко терпимее быть, потому что вот наш патриарх Кирилл, он 5 лет только всего лишь у власти, у священнодействия, да, он как патриарх 5 лет ему только исполнилось. Он пришел на такие развалины, было порушено более 1300 храмов, я могу ошибиться в цифре, но огромное количество храмов было порушено. А люди куда идут? Люди-то все... Нас советская власть выхолостила из всех, не только, вот я сама была, у меня отец коммунист, мама неверующая, вокруг никого неверующих. Но для этого тоже нужно Иисус людей Бога, учить, да? Чтобы люди познали Христа. Поэтому огромная, огромная работа лежит и на патриархе, и на священниках. И я молюсь всегда, каждый день я молюсь за нашего патриарха Кирилла. Вот митрополит сейчас Павел на Украине. Сколько у нас молодых священников сейчас подготовленных. Алексей Ильич Осипов готовит священников. Какие сейчас пришли умные, молодые, грамотные священники. Но тоже надо понять, что они пришли, на какую почву.
Люди-то все неверующие, тем более развращенные нашим современным вот этим обществом. Вот. И я не знаю, я считаю, что огромную подмогу, вот огромная просветительная работа идет через канал «Союз православный». Сколько там материалов? Там идет и по Брянчанинову разъясняются материалы, и по, значит, и по Священному Писанию. Там, значит, каждый день идет проповедь Священного Слова, то есть вот читаем Евангелие каждый день, и каждый день это дается разъяснение. Может быть, я что-то недопонимаю, но все-таки надо молиться за нашу церковь, за наших пастырей, за нашего патриарха и священников, помогать. Можем мы идти проповедовать? Значит, надо идти проповедовать, нести Слово Божие людям. Вот. А, конечно, он священник. У нас батюшка сколько? У нас 100 человек, на 100 человек батюшка. Он приехал, вот. А там тысячи проходят в храмах. Тоже ведь это надо понять. Тоже и требы есть, и все. Молиться за священство, чтобы, конечно, как в любой семье, как говорится, в семье не без урода, есть какие-то священники, которые, как в любой семье, но есть и те, которые идут именно Словом Божиим, идут дорогой Христа. Так, я пояснение дам, Галина Ивановна, что сказала. Вот среди нас мы мыслим, вообразим, что находится здесь сейчас патриарх Кирилл и патриарх Алексей II. Он сразу ее опровергнет, сразу, полностью. Скажет, на развалины, это что, Кирилл пришел на развалины? Я 18 лет у власти был, патриарх Алексей II, ты мою работу на смарку ведешь? Да кто ты такая? Предать ее анафеме. Да я жизнь полагал, я пришел, вообще ничего не было. Сколько храмов настроено-то? Вы понимаете, говоря, что Кирилл пришел на развалинах, это вы на нуль свели работу всех архиереев, а они пришли на то, что было. А теперь посчитаем, что Алексей говорил. Он такой же святейший назывался. Считай вот отсюда. Что интересно, я когда к епископу Антонию, он сверху громко считает, а он, а я как-то просмотрел, я говорю, а журнал-то у вас, я в епархии его взял-то. Из речей патриарха Алексия II Ридигера. Так. Никто, кто-нибудь думает, что это действительно не относится к Ридигеру? Это истинно так, еще бы я на мир выходил с позором. Игнатий Иванович, это будет по мере того, как будет открываться, сейчас, что сейчас, здесь, да. Тогда скажут. Слушай. Сейчас крестится много взрослых, и им необходимо создать все условия, чтобы это таинство с большой буквы совершалось в соответствии с апостольскими правилами. Так, он сказал, это что, мимо? По сегодняшний день ни на шаг не сделает. Вся беда-то в том, что он говорит, а ничего не делает. Как не делает? Да очень просто, у него власть. Я понимаю, вот в Томской епархии, у них там митрополит Ростислав, ее зять там служит. Тот вызвал их и сказал, если кто будет крестить без полного погружения, ищите другую епархию. Все кончилось. И сейчас, вот который со мной пишет, Дудин, как я готовлю, как беседуют, сколько людей читает Библию, просто настаиваем, чтобы обстановка сразу пошла в другую сторону. Ну зайди в Барнаульский-то, ничего этого нет. Они не надо. Сразу надо. Главный защитник. От Веры Федоровны отстала. Представь себе, по телевизору показывают, значит, говорить не буду, вот от переламывает руку, вот это значит, внутри все клокочет, я хочу возразить. Это переводить надо. Вот так он держит, стоит, говорит священник, говорит правильно. Крещение, это когда человек с троекратным погружением в воду погружается. Держит ребенка, вот это ноги у ребенка торчат из подмышки, и вот так вот берет, и трижды его погружаем. Так это уже он не за дураков считает, он считает все манкурты. Слово погружает, ты не знаешь, что такое погружает? В воду. Кирилл Иерусалимский говорит, скрываясь в воде, мы погребаемся. Но это же даже мошенником нельзя назвать, это же жуликом нельзя назвать. Он говорит и делает наоборот. Говорит, прям тут же ребенка держит и говорит наоборот. Взрослый подходит, он наклонил так и трижды погружаем. Он на полу погружается куда-то в кафель. Так нам еще этого достаточно. А они так стараются. Если они стараются, это, наверное, надо дальше читать. Слушай дальше. Читай. Это говорит патриарх, который ничем не ниже был этого патриарха, тоже святейший. Чтобы это таинство совершалось в соответствии с апостольскими правилами, запятая, через полное погружение. Ну что, не дошел этот приказ до Барнаула? Так это сказано-то было еще лет 15 назад. Что-нибудь изменилось? Ничуть.
Ты спроси, вот сейчас по порядку, ну, все, которые районные центры, где церкви стоят, где погружают, как полное, строят купели, я видел, купели строят, а приходят в тазики, крестят. А зачем? Ну, это воды много надо, да и мы говорим, если такое или такое. Но если оно равнозначно, зачем человек будет воду раздеваться там и маникюр смывать себя? Зачем? Если бы они провозгласили, что всякое под именем крещение, без погружения, это не крещение, как у старобрядцев. Все кончилось бы в один день. Он говорит, и эти слова не выполняет, и он стоит и ничего не может сделать. Так зачем ты тогда нужен-то? Ты возьми, патриарх, отдельный храм Христа Спасителя, и чтобы здесь была катехизация, так он должен там всю Россию брать. Он ответственен за все нашего господина. Это господина, значит, вы его кто, господина? Рабы обязаны слушаться господина. А он говорит, что из 100 священников только 98 не слушаются. Это какой процент? Да, я думаю, 2-то он назвал просто так. Там, да, может быть, одного нету. Вы ошиблись, не 15, а 20 лет. 93-й год. 93-й, да, это. 20 лет назад. Так, сейчас засчитаем. Сейчас, слушай, это патриарх говорит, это нельзя перебивать. Прошло полтора года с того момента, как я обращался к духовенству. Но, к сожалению, положение не изменяется к лучшему. Слава, остановись. Вы верите, что это патриарх говорит? Тут будет показано журнал, номер, страница. И он видит, полтора года ему поступают сведения, жалобы, но оно не изменяется. Да где же это возможно такое, чтобы... Не... Ну, вообразите, если настоящий это император или... Да у него же рычаги какие, он запретил его, как Ростислав, служение, и все. Иди на стройки народного хозяйства. Это эту заразу-то выжечь можно в течение одного года. Полтора года прошло, теперь уже 20 лет. Дальше... Придется, видимо, в дальнейшем разрешать крещение взрослых только в тех церквах, в которых имеются баптистерии. Выражение. Да разве такое решение выносится? Значит, пришли, а они продолжают портить людей. Ну, тогда будем кому надо поговорить. А вот знаете, там у Георгия Титова, там в научном городке, у него в полном погружении. Те годы всегда говорили так. В Барнауле, так он отошел за рубежную церковь. Его нет. Нигде не крестят. Да разве так говорится? Ты знаешь, что правильно. Как ты можешь от себя отталкивать? Ты вот здесь наведи. Человек пришел в этот храм. Он живет рядом. Его священник исповедует. А креститься иди в другой храм. Мне сегодня это сообщают из Красноярска. Добились, все, надо. А там нету где креститься. И меня спрашивают, ну если я буду учить, а будут направлять в другой, то можем мне это заниматься, делать? Меня спрашивают оттуда, с Красноярска. Я говорю, можно, но тут возникнет много вопросов нерешенных. Там претензии с того священника будут, некоторые не пойдут вообще никуда. Да где это видно так? Вот пришли в магазин, или на заводе работает человек на хлебозаводе. Ну сказано, как он, стерильная одежда, а другой приходит в такой одежде. Ну знаете, что мы вот сейчас не знаем, как, ну, вот сходите тогда на другом заводе, может, устроитесь. Порядок везде один, потому что это патриарх-то издал не на один храм. Еще дальше. Надо подчеркнуть, что этот вопрос о крещении самый центральный во всей центральный, нашей вероисповедании. Да. Чтобы не вызвать нарекания среди верующих, которые считают это строго необходимым. То есть надо, чтобы считали строго необходимым, да таких верующих ты один на тысячу, кто считает так-то. И которые дальше... Так а чтобы он считал, что это строго необходимо? Его надо научить сначала человека, что он пришел. Вот я здесь встречаюсь, директор типографии Грохотов, Владимир Георгиевич. Она работница тамошняя, знаю. И он мне говорит, я вчера крестили там племянника, кажется, ну, внучок какой-то. И пришли в Покровский собор, мы заплатили, стоим, ждем, выходим. Я гляжу, воды, я говорю, а крестить-то где будете? Ну вот здесь, а я хочу в полное погружение. Ну у нас так. Так у вас запрещено крестить полное погружение? Она нет, она побежала к батюшке. Там молчок. Он стоит. Крещения нету. Священник выходит. Он стоит, он одетый прилично. Такой, видно, что это не с улицы. Так, это кто говорил, что надо полное погружение? Ну, я говорил. А почему вы решили, что полное? А он мне говорит, Грохотов, говорит, я ваши труды читал. Там издавали у него. Ну, понимаете, это время придется подождать, пока воды наносят, пока подогреют. Он говорит, не к спеху подожду. Ой, какие лица у них были. Теперь надо греть надо, ведро второе. Они же не могут взять из батареи-то, надо хороший-то. А я стою, да он бы теперь этому, кто крестит, дал бы 500 рублей, только уйди не крести. Я их знаю, я их очень хорошо знаю. И я, говорит, достоял до конца, говорит, и тогда полное погружение, это мирянин.
мирянин, директор предприятия. Да если бы везде распустили, вот так, чтобы говорили другим, то эта обстановка изменилась бы. Они просто объяли попову, не отпущу, батюшка, пока не покрестишь, как положено. А патриарх не знает, что говорит, это один обман. Я расскажу. У меня зять, муж сестры, Володя Устинов, и он электровоз, машинист. И вот авария случилась в Днепропетровске, тогда был Советский Союз, еще где-то здесь, в Владивостоке. По всей стране идут совещания, разбор этой аварии. По всей стране, во всех депо, везде, говорят, замучили. Ну, это же страна громадная, не край. Аварии-то случаются. И заново сдавать экзамены. Мне, говорят, отдохнуть некогда, я заново обучу, на экзамен там еще сдал. Да. А здесь все, а там новое правило, говорит. Ну, а нужно это? Нужно. Здесь сплошь и рядом. Из 100 церквей только в одной, и то на выбор. Еще одна нормальная обстановка. Когда если в одной, вот как Ростислав сказал, узнаю, хоть один крестит неполное погружение, мы расстанемся с ним. А он должен был сказать, не расстанемся. Я сейчас создаваю епископа и снимаем сан 6 епископов надо собраться. Да они бы попы тут воды лили, говорит, через край лилось бы. Он ничего не может делать, это его кормушка. Это патриарх жалоба, это жалоба патриарха. Он один, он одинокий, он стонет. Его уже допекли эти письма. Поступают, сведения. Какие сведения-то? Они не высчитывают. Самые сакраментальные, там никакого крещения нету. Вещи упускают. Читаем. Также многие, дальше через запятую, 98% священнослужители словно и не слышали нашего предупреждения. Значит, это епархиальное собрание в Москве было, и 98% не слышат. Да какой, какая это армия-то? Ну вообще, я утром написано, этого не может быть, как это можно сделать? Думаю, что там такое, я вижу, там стоят военные, и я щикнул, и показывают там какая-то площадь в этом в Лондоне, и они, как они муштруются, и как они идут строем, потом разворачиваются, какие фигуры делают, бросают винтовку, вот так крутит там автомат. Там ужас смотреть, я, как одновременно в воздух пустыми выстрелят. Вот как можно вымуштровать. И тут покажем китайских красавиц. Идет военный парад, и женщины, девушки идут. Как они маршируют, как они одеты. Понимаешь, вот как будто это один, как в гитлерской армии было. Ну здесь же нет ничего, они жируют и все. Мы с Антонием беседовали здесь, в кабинете, с нашим епископом. Я, говорит, их посылаю. Я считал ваше указание. Так, 3 раза уже решение было. Только в полной, и он даже ни с места не сдвигается. Почему? Они знают, он ничего не сделает. Да какой же ты военачальник? Господина нашего... Вы говорите, это ваш господин? Господин, значит, ты раб у него, ты обязан слушаться. Я говорю, Господи Иисусе, я раб его, помяни меня, раба твоего. Я его господином не могу назвать патриарха, но я делаю, как Господь велит, мой господин. 98. Откуда он взял эту статистику? Тихон Шевкунов ему дал. Патриарха завалили жалобами. Вот сейчас выходит Чаплин. Это надо проверять, когда она жалуется на священника, вот этот грех гомосексуализма, да это нет, да это только придумают. И тут же выступление Тихона Шевкунова, архимандрита, который исповедует Путина. Вот святые, не святые книги вышла. Он говорит, я доложил патриарху Алексею, вот такая ситуация, и сказал, владыка, проверили все, говорит, так и есть, надо меры принимать. Ведь передали в уголовное дело, посадили, и палец сидит поп. Вот это я понимаю решительно. Потом я, говорит, еще иду. Чаплин говорит, нету. А Шевкунов тут же говорит, все это было. Так, а Андрей Кураев говорит, это один из 100, которые этим занимаются, захватили только. Этот грех такой, а как его сделать? Я говорю, только так, заметили в грехе, стрелять шприцом, как белых медведей, чтобы он сразу уснул. И со спущенными штанами вести на анализ. А больше никак. Если берет взятку, там, деньги мечет, откуда, как его мечет-то? Его метить только надо... Потому что разлито, больше ты никак не докажешь-то. Ну, а считаем дальше. Слушай, патриарх говорит, внимание. Прекрасно сказано. Ну, я конкретно говорю, что можно сделать? Доказать этот грех как можно? Только так. Мгновенно его усыплять, эту картину в совокупности вести туда, анализировать, фотографировать, а дальше уже разлеплять. Больше ничего не остается делать-то. А то не пойман не вор, не пойман. Так, Надя, мы договорились. Поймут. Чтобы нигде даже язык не высовывало. Тебя крепко бес мучает. Прежде должна быть катехизация, что она должна совершаться благоговейно и неспешно. Так, это он кому говорит?
Это говорит священникам, что должна быть катехизация. Они не знают, академию кончили. И что она должна быть неспешна. Я стою в крестилке. Смотрю, 25 человек к крещению. Кто что кричит, никто ничего не знает. Единственное научение, вот которое воду должна приносить, там уборщица-то, она подходит к людям, маленько говорит, не так креститься надо, не вот так вот, а вот так вот показывает. Это все научение. Вот он заходит, отец Борис Бузмаков. Так, все заплатили. Все, арепетички кричат. Его долго не было. Я стою, смотрю. Вот он начинает, каждый подходит, он ладошкой раз, теперь мазать, мажет, отвернулся, он не глядит, мажет ей кофточку, помазание. Я в ужас пришел. Город Фрунзе. Когда все кончилось, я подошел, я говорю, батюшка, я хотел поговорить с вами. Все, опоздал маленько? Я говорю, да не опоздал, я посмотрел, что ты делаешь, да ты что ж делаешь, если не так. Он вот так вот, я как стояли, он вот так вот меня в живот кулаком ударил и говорит, да просто заливать, ты поехали со мной в ресторан. Он меня видит первый раз. И у него один довод кулаком меня в живот сунул, вот так вот, поехали в ресторан. Я все это написал архиепископу Варфоломею, среднеазиатскому-то. Он меня сразу вызвал. А туда Павел ездил с вещи, все это брал оттуда. И он говорит, это брат сам написал сам. Я ему говорю, три храма сейчас любой дам, я сейчас его руку полагаю. Обыкновенное маленькое письмо я там начеркал, там на подоконнике. И это было для него как доказательство того, что я буду так делать не буду. Читаем дальше. Но поступающие жалобы свидетельствуют о том, что крещение совершается небрежно, так, подожди, а спешно, сокращается часто, причем сакраментальные его части. Сакраментальное, то есть священное, и без этого никакого крещения нет. Этот, ну из тех, которые крестятся, это знают люди, что упускается, что они не полностью, чтобы жалоба была, человек должен знать. Это жалоба... То есть и молитвы даже, вот эти сакраментальные... Нет, ничего, нет, крещенников, ну, сакраментальные части упускаются. Патриарх говорит, а у нас не вмещается, нет, я, то есть демон, который там заблокировал, он и здесь блокирует, он не дает даже слушать. Я слушать не буду, выйду. Это намного серьезнее, чем нам кажется. Так я говорю, это патриарх говорит, святейший патриарх Алексей II. Чтобы вот такую жалобу написать, человек должен понимать, что упускается. Да кто знает, что упускается-то? Люди вообще этого ничего не знают ни один. Вот я беру, допустим, здесь 100 человек. Вы думаете, батюшка все прочитал? Да кто-то же попа уже все знает. Я говорю, да он упустил самое важное счастье. Да вы что? Так, да нет. Я не могу в это поверить. Даже священник, он что, Бога не боится? Но вот если это уже напечатали, официальный журнал патриархии, до десятки раз проверены, то значит терпеть нельзя уже никак. Что это голубое лобби, все это 25-е. Вот главное где. А они неверующие. Притом они абсолютно неверующие. Это говорит патриарх о своем войске. Но он дальше не договаривает, что ей властью данную ему от Бога, он бы немедленно поставил бы. Вот тут надо молиться, Господи, вышли истинных пастырей. Вышли. Под водительством Духа Святого были. Читай 20 главу Деяния апостолов. Дальше. Патриарх говорит, внимание. Все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств. Да, остановимся. Все чаще. Значит, они были, а теперь еще чаще стали. Патриарх говорит, делать это бесплатно. Нет, вымогательство. Сколько? Ну, 500 рублей. Так у нас же было назначено 300. Приходят батюшки и говорят, батюшка, нам покрестить надо, но ребенок, он абортированный. Теперь вот сна никакого нет, она мучается. У нее, я вижу, около церкви иду однажды, и там грязная такая, песочница, и там дети где-то в стороне играют, а мои ребятишки, которым аборт сделал, они грязные, как поросята, там возятся. Меня сны эти замучили одни и те же. Ей посоветовали, их надо крестить. Но их-то нету. А им сказали, что там вот отец Василий, в этом, около Николаевска, там он крестит этих детей, но надо распашонки купить. И он эти распашонки причищает как-то. Понимаете как? И мы мимо едем, и мне все это рассказывают. Я говорю, ты патриарх куда смотрит-то? Да куда, говорит, его там тогда был Сергий, этот, одесский-то. Он ее, говорит, не раз запрещал. Ну, запретит его там, кажется, на неделю, на две. А он опять то же самое. И к нему приходят и крестить. Ну, они знают, 300 рублей. Ну, что 300-то рублей-то? 3000, батюшка. Ну, какая же цена 3000? А это же не просто так. За это никто не возьмется. За этого, чтобы мертвого абортированного крестить. И поэтому цена такая. Я на себя какую ответственность беру? Я тебе рассказываю конкретно.
А я не хочу от священника плохое слышать. Это что означает? То есть ты хочешь, чтобы они все в аду были. Патриарх не боится это сказать. А ты такой ревнитель, о чьей славе? Христос не боялся их пороть и вышвыривать. Все, прокидывать. Сейчас закончим. Еще немножечко терпения. Дальше. Дальше. Сережа. Все чаще стали слышаться нарекания по поводу вымогательств, то есть назначения цен за совершение требований. Ну что, мы скажем, не, это не так. Он не говорит цена вымогательства. Вы знаете это слово какое? Вымогательство – это уголовная статья. И это говорит патриарх, и он знает, что это будет напечатано. Теперь журнал этот проверяют. Его печатают тысячами экземплярами, а я слушать не хочу. Что, что за состояние такое? А из-за чего? Привыкли за что-то заступаться. За кого заступаться? За мерзость? Богу это не угодно. Это говорит патриарх Алексей II. Вымогательства все чаще и чаще стали. А если я скажу, я недоброжелатель к церкви, а патриарх, то не может так быть. Так ложь-то, она вот прямо и на сегодняшний день ложь. Он говорит о том, что назначение цен, чтобы не было назначения цен за совершение требований. А сейчас мы просим, вот если это... Ну, как бы, доброе пожертвование. Пожертвование доброе, да, свои. Добровольное. Добровольное пожертвование. Так вы тогда не говорите про цены. Да. Сколько человек может, столько и приносит. Никогда цена добровольного пожертвования не назначается. Ну, ну, тем более официально стоит снимок. Снимок я сфотографировал, взял и в интернет поместил, так там больше 1000 отзывов пришло. Ну, я в храм зашел, ну... Храм-то общеизвестный в Москве, патриарши-то. И все на эти назначены. Я взял, фотографировал, поместил. Да, там... Такой священник позор для храма. Так, подожди. Надя, патриарх говорит, что такой священник, а их 98 позор для храма. Ты не согласна с этим? Ты хочешь, да? Скажи, разрешается. Можно мне говорить? Подойди сюда. Подойди, ты... А это обязательно, Игнать Тихонович. Ну подойди вот сюда. А я и могу запретить, вот и все. Он говорит, позор, я должен только согласиться. Не надо играть сверх того, что положено нам. Позор. Мы говорим об этом позоре. Это патриарх говорит на весь мир. На весь мир говорит, это невыносимая обстановка. Люди не крещены, ничего не знают. Мы ходили по домам. Я этот материал даю и говорю, вот патриарх говорил. Да пошел ты на со своим патриархом. Я говорю, да... Как же вы так? Я хожу и исповедуюсь, этого достаточно. У меня батюшка есть. Патриарха на три буквы посылает. И таких ни один, ни два. Это мы только что видели, ходили по домам когда. Ходили. Мы ходили, благовествовали, давали материалы. Имени-то не надо. Дальше. Священник требует особой платы даже... За, многоточие, крещение, венчание, отпевание. Это я уже не стал. За все требует. Это самая настоящая симония и снимается сам. И вот священников этих предупредил, дальше сказать, предупреждения больше не будет. Вот что должен сделать. И дальше сразу вызвал их только 150. Как Иоанн Златоуст выехал, 400 священников нашел, всех лишил и до свидания. Все. И 400 ни один. Когда говорил, надо было говорить, сейчас уже не надо. Давай дальше. Священник требует особой платы. Так, пошли, верни назад. Ну, что за разговор такой? Надя, сядь здесь спокойно. Говорить не надо. Я не хочу это слушать, понимаете? Кого? Вы не давали слова. Вот выйди, выйди отсюда. Это патриарх говорит. Доигралась. Читай. Больше всего поступают жалобы и прошения о приведении в каноническое соответствие совершения православных таинств и требований. Значит, люди знают уже, что не так. Я рассылал всем архиереям этот материал. Не делается. И теперь это все отправляют патриарху. И патриарху я не думаю, что каждая бумажка доходит. Ну, ну нельзя пренебрегать, потому что все больше. Слово «больше» означает «было». Но сверх того, что было, еще больше по количеству-то. В прошлом году было только 500, а нынче 2000 поступило. Примерно вот таком. Дальше это патриарх говорит. В первую очередь, это крещение, совершаемое порой обливанием одной только головы. Еще не наше это. Окрещаемого вместо полного погружения. Это патриарх говорит, Алексей II, вместо полного погружения. Оно так все и осталось, не с места. Почему? А потому что есть законодательная и исполнительная власть, которые должны за этим смотреть. Если этот закон уже вышел, то позвольте. Это у нас так. А там не так, там по-другому. В некоторых храмах сооружены баптистерии для крещения детей и взрослых. Но ряд храмов с этим не торопится.
Тут не говорится процента, я совершенно что, что считаю, что не следует в таких храмах крестить взрослых, а для катехизации направить их в тот храм, где есть баптистерии. Знаешь как, баптистерий один на Барнаул, а те так остались, они будут тысячи портить, а их отсылать у того Георгия Титова. В научный городок. И вот еще при Знаменском монастыре тут они открыли это полное погружение. Да разве это выход? Это нигде ни на дорогах, ни нет. Ты нарушаешь, ты тебя немедленно сразу прав лишают или штрафуют. Священнослужитель во всем должен быть примером для своей паствы. Я уверен, что пришел в церковь не ради многоточия впереди. Дальше. Я уверен, кто пришел в церковь не ради прибытка, а ради служения Богу. Останется. То есть, ради прибытка, зачем вот говорилось, ради прибытка, это сплошь и рядом. А вот есть такие, которые настоящие священники. Есть, тот останется, а остальные они уйдут. И далее. Многих же мы потеряли, как уже теряем и сейчас. Потеряли, из-за чего? Из-за пренебрежения проклятого. Иоанн Златоуст говорит, одна душа, одна единственная, по твоей вине погибнет священник. Всей жизни не хватит рассчитаться за одну овцу. А их миллионы гибнет. Официальная хроника Московской Патриархии, номер 2, 1993 год, страница 18, номер 1.3, 94 год, страница 34-38, из речи на Московском епархиальном собрании. Видите, какая точность. У меня только Антоний, епископ, обалдился, как-то газета там мимо меня прошла, я не видел. Так я у вас, говорю, брал. Я-то журнал-то купил в Московском, я купил здесь, в Покровском соборе, это журнал. Это официоз прямо патриарха, не епархиальный, а непосредственно патриархии. Высший орган. Ну и что? А дальше почитай тут. Маленько дальше. Барнаульские. В кавычки все это взято. В кавычки. Из решения Барнаульского епархиального совета под председательством епископа Алтайского Антония Масендича от 2 февраля 96 года. Туда на какого числа возьми смерть? Неужели у вас было? Было. Выполнять даже не думали. Постановили. В кавычки, да? В кавычках. Постановили. Начать крестить полным погружением во всех храмах города Барнаула. То есть начать означает, и не начинали еще. Иначе зачем говорить начать? То есть мы решили, что машина стронулась. Значит, это означает, что она стоит. Через 3 года после. После патриарха. 3 года они вдумались. А теперь главное канонизировать царя. Все двинется. Главное соединиться с зарубежной церковью. Да ничего не меняется. Меняется только от рождения свыше. А поэтому наведи порядок в своем войске. Зачем такой вождь, если он не знает, куда идет его войско? А если он знает и каждый делает по-своему, вообще зачем он нужен? Мы можем задать этот вопрос. Так, теперь спроси кто. Галина Ивановна. Сразу растерялась. Я вот с вами, конечно, Игнатий Тихович, очень согласна. Вот. Но я хочу сказать еще вот что. Отец Иоаким наш... Полное погружение крестит? Да. Крестит. В водах озера Потеряевского озера, да, там да. Вот, крестит. В Знаменском, вот у нас крестили, сейчас не знаю, крестят или нет, крестят. Значит, в научном городке крестят. Профессор, я опять возвращаюсь, значит, к Алексею Ильичу Осипову. Вот я опять повторяю, значит, его последнюю беседу я смотрела. Он конкретно обращается к своим этим воспитанникам, к священникам. Он говорит, пришли к вам крестить. Если не подготовлены, не крестите. Они задают опять вопрос. А вот он настаивает, что вот он хочет, он прям подступает. Что я должен делать? Он говорит, не крестить, вот, и приводит пример, а я хочу быть патриархом, а я хочу быть папой римским, так что мне теперь это все дайте? Священники, какую вы несете ответственность, какой вы несете грех, вам, говорит, не искупить этот грех, когда вы крестите не подготовленных людей, они от вас уходят и в этот же день начинают грешить. Это вот слова Алексея Ильича. Вот я ему что-то это сказал, ну, скажите, вот, допустим, человек тренер, и он не на пенсии, он продолжает тренировать. Ну, разные виды защиты, людей там защищать, спасательные где-то. Я работал в такой организации, спасать тысячи людей. Это перевалочная нефтебаза у нас была, международная нефтеперегонки на корабли закачивать.
Какие меры безопасности? Проверяй, чтобы у тебя ни одной подковы не было, чтобы искра не вылетела. Лопаты все там медью покрыты, залуженные. Поезда заходят, между ними войлочные прокладки, между где сцепления идут. Ни одна искра. Кроме того, нас проверяют, идут тренировки. Мы выезжаем далеко, где-то выкопанная траншея, туда заливает тонн 5 или 10 бензину, машин несколько. Дальше нефтепродукты, и все это поджигается. Так, там полыхает, я не знаю, просто десятки метров пламя рвется где-то, ну, бензин, а он как в траншее, в силосной яме. Теперь команда, горит нефтебаза, мы должны потушить в течение 10 минут. Там подойти нельзя, вы задание слышали, там не разговаривали. Для этого техника называется ураган. Специальные, огромные бочки стоят, они подсоединенные. Там машина, не знаю, 4 оси или 5 у нее. Громадная машина, ураган называется. И она теперь с водой смешивает, пожарная машина, через эту трубу гонит, и примерно вот такой толщины пенное облако, одеяло. И оно это с такой силой гонит его, в течение одной минуты все потушено, даже и дыма нету. Здесь горит все, и никаких мер не принимают. Никакой тренировки нету, страна погибает. Я был... Вот таких, я сколько побыл, но видели, как исполняем, меня поставили командиром отделения. И вот только что мы закончили, приходим, и дальше идет тренировка. Тренироваться я-то впервые пришел-то. Четырехэтажное здание. Насколько там речь идет о секундах, не о минутах. Я должен наверх четырехэтажное окно, выбить окно, и там оттуда людей по прямой на веревке спускать. Как узлы сделать, как завязать, он как на сиденье сидит, и теперь в окно я этого... Страдальца опускаю. Мы с братом двое были, мой родной брат, он в другом месте был. Наши отдыхают во время, мы идем, берем с собой веревки, берем эти лесенки, штурмовки, и мы штурмуем раз за разом. Но мы тройки получали. Проходит месяц, мы уже потянули почти на пятерку. Почему? Непрерывная тренировка. Ты уже знаешь, куда ногу ставить, куда забросить, как окно выбить, как завязать узел, опускать, и только на скорость. Здесь же ничего никакой нету. Его поставили, все, он пан, король, он шикует, жиреет, и вот такая вот утроба. Так у нас ничего не было. Кожа и кости. А силы, кажется, неимоверно было. А это духовное спасение. Это говорит патриарх. А Иосипов говорит правильно. Но дальше-то он готовит священников. Его интересует, нет, который из-под его крыла выходит-то. И что, отучил, пятерку поставил, а дальше делать что угодно. Он должен их держать на учете. По крайней мере, тех, которые в Москве. Это закон такой. Это мой ученик. Я прихожу и проверяю, как у него дело идет. Он пришел, а он крестит как попало. Он бы сказал, послушай, дорогой, я на тебе 5 лет тратил, ты же академию кончал. Ты почему так делаешь? Я ответственен за своих учеников. Я профессор, я иду к патриарху. Я докладную записку пишу, это без... Пошел втором, третий, 10 храмов посетил. Все они отдают на пятерку, на практике на двойку. И он должен пойти. Но самая главная ошибка Осипа в том, что он, самое главное, что он вот это удар ладошкой по лбу считает за крещение. И теперь, которым по мозгам хлопнули, вот желает человек полное погружение, нашел храм, тот священник не будет крестить. Не будет. Из Германии к нам почему приехали? Потому что их, моченых, не крестят нигде. В этом году к нам приехали из Казахстана. Они уверовали, поняли, крещения не было. Но их ни один не берет. Да, священники купили ими, а ты уже крещен, это второе крещение. Они провозгласили его равным тому. Оно не может быть равным. Ни одного погружения не было. 50-е апостольское правило извергает из сана. Вот где они должны тронуться. Если бы они это сегодня не врали, людям не обманывали, сегодня... Обстановка изменилась бы. Именно в этом. А таких, которые совсем не мощены, их мало. Бабки там каким-то путем, внущенка все равно помочь. Ему теперь, уверовавшему, креститься нельзя. На нем как печать антихриста стоит. Вообще они даже не разговаривают об этом. К нам приезжают люди, которые перешагнули этот рубеж, они поняли, они обманывают попы. Они в ад нас тянут. Приходят у нас иеромонахи, там архимандриты, приезжают, крестятся и опять едут служить. А другой поп... Он не крещеный, а я так, а меня узнают, а тогда меня... Да пошел ты отсюда. Страхом заражаешь землю русскую. Тебе нужно думать одно, как это в очах Божьих выглядит, а не то, что тебе архиерей скажет. Архиерей не крещеный. Патриарх не крещеный, моченый. Вот отсюда надо начинать. А дальше в книжке-то я об этом пишу. И надо начинать сначала. Не бояться перестройки. И вы увидите, что человеческим лицом показанный социализм оказался чудовищем. И он тут же рухнул.
Если бы сегодня стали так делать, от патриархии осколков бы не осталось. А они вот это гнилье баюкают и защищают. И главные виновники — это как Осипов. Это главные виновники. Почему? Вот у меня хороший знакомый человек. Он здесь прямо, в Барнауле. Человек, который у баптистов был. Он знает все, писание, все знает. Но жил как хотел, женился сколько хотел раз. Курил все время, пил, матерился, бражничал, блудил. А теперь к православной вере. Он у нас был, заходил здесь. Мне это не подходит. Потеряевку решил приехать. Привез 3,5, кажется, миллиона рублей. Решил гостиницу построить. Я говорю, а ты спросил, тебя примут? Нет. Ты же куришь. А я брошу. Сначала брось, хотя бы 3 года пройдет, тогда приедешь. Как он разобиделся. Наши продают здесь книги, он нашел. Он подошел, как их начал матюгать, тебя? Его. Представь, вас, причем не я. А? Вас начал матюгать. Ну, матюгать-то мне в твоих глазах. Ну как? Меня-то там не было-то. А я как? Из-за чего он меня? А этот человек хороший. Он нам помогал, когда в Москву к нему приезжали. Но теперь у него главный кумир Осипов. А почему? Бреется, и он бреется, это, говорит, никакой не играет роли. Галстук, он говорит, галстук. Пост, ну это как можешь. То есть он себя, отступник, нашел полностью все, что говорит Осипов. И он не нашел этого ни в Олеге Стеняеве, он не нашел это в Антоне Блюме, он ни в ком не нашел это, он нашел только в одном. Для веры отступников, без изменения их сущности, только Осипов учитель может быть. И это я говорю не за вчерашний день, за сегодняшнее утро. Это человек прямо здесь мне перезвонит. И для него никаких законов, что Библия говорит, каноны, главное Осипов. Теперь у него Осипов на первом месте. А я знаю, беззаконник не будет защищать беззаконника-то. Да. Вот и все. Алла так говорю. Вот она знает о ком, и все. Вот она сидит, улыбается. Вот и все. Так что с Осипом я по телефону говорил, посылал ему материалы. Он все признал, их надо печатать было, когда они были разрозненные. Я с ним говорил. Это человек, который до конца не догонит. Он знает, что вот это не так. Почему он прямо не пойдет к патриарху? Сказать, из моих выпускников, а он же около 40 лет там преподает. Вся Москва — это его ученики, и они все обманывают. Владыка, господин, так моя учеба там нулю равна. Какой я учитель-то, если все ученики напротив идут-то? Давай наведем порядок, ты иначе мне не за что платить эти 1000-то. Мы же обманываем людей. Мне нравится, как поехал один журналист советский, во Вьетнаме был. И у меня, говорит, заболело там что-то, поджелудочное дома болело. Я, говорит, пришел, он, говорит, меня что-то ощупывает, давит. Ну, я говорю, сколько будет стоить? Я слышал, вы хороший врач, деньги вытаскивает. Он говорит, нет, у нас так не делается. Я тебя вылечу, вот полгода пройдет, болеть не будет, тогда деньги заплачешь. А как так? Я делал горшок, ты принес домой, он развалился. Ты будешь деньги платить? Нет. Вот так. У нас это природное. У меня, говорит, сноха вот так по руке себя, говорит, там, кажется, 4-5-месячный, говорит, беременность, она сама себя определяет, мальчик или девочка. Это невероятная вещь, да, мне кажется, не может даже быть. А то он говорит. Это, ну, это другая медицина, это там таиландская, все, китайская, японская смешанная. Вот как надо работать. Если горшок в руках разваливается, то мне грош цена. А в Греции было так, начал лечить глаз. Ну, зарезал или что-то, глаз выпал. Смертная казнь. Ну, позвольте, глаз тогда у меня, глаз за глаз. У них смертная казнь. И поэтому окулиста было очень мало. Они понимали, ну, где-то рука отвалится, там, заплатить, там, за что-то. А за глаз такая ценность, смертная казнь. Я когда узнал закон древней Эллады, я подумал, врачом бы никогда не стал. У него, может быть, глаз-то уже был вот-вот порвется. Понятно, если бы сейчас объявил патриарх, вот как Ростислав, настоящий митрополит сейчас в Томске. Будете так, не расстанемся. Вы уйдете отсюда обыкновенными ребятами. Сам ваш будет снят. Пока не работаете, запрещаю. Еще следующий, сейчас накопится человек 5. Вызываю архиереев, 6 человек, и сам снимаем. Он один не может снять сам. А на у архиерея сам снят, потому что 12 епископов. Это тоже правильно. Чтобы это было не по навету. Вот это, я считаю, это по-божественному. Скрывать не надо, зализывать. Мы за это отвечать будем. Да, нужно признать, что среди священников Московской патриархии есть люди, которые истинно верующие, да, истинно крещенные. Но мне их искренне жаль, потому что они находятся в этой системе больной. Больной системе изначально, потому что она основана на лжи, лукавстве. И лицемерии. И лицемерии. Поэтому они барахтаются там, и они просто... Либо они должны выйти из этой системы, а будучи в этой системе, они будут просто
прозябать и мучиться. Главное, я переписываю со священниками разными. И они говорят, мы скрываем, что ваши книги у нас есть. Почему? А нас сразу выгонят, запретят. Ну вы хотя узнаете, прочитайте. Они не понимают, у них именно вот эта сталинско-бельская хватка, оторвать голову. Да мы, говорит, с ним вместе учились в семинарии. Понимаете, у нас такой путь большой был. Я, говорит, не опасаюсь к нему. Я, говорит, принес там, показываю ему. И он сразу испугался. Это Лапкин. Так нас запретят, да, что книги читали. Это как во времена Сталина, протоколы сионских мудрецов. Ну а ты-то хоть сам читал, ни слова не читал, но я слышал. Там такие слова, что даже веру потеряешь. Ну хоть прочитай где-то, в какой книге, он не может сказать. Это страх. Да кому ты нужен? В страхе есть мучение. Совершенная любовь изгоняет страх. Они Писание знают только, когда отвечают. А здесь он не знает. Он не знает его. Я ему показываю каноны. Вчера мне звонит сестра и говорит, у нас тут заходит туда-сюда, в алтарь женщина. Да есть же какие-то каноны. Я говорю, есть. Но я давно не смотрел их, назвал 33, на самом деле 44. Ладыкийский собор, 44 правила. Женщина не ходит в алтарь. Ну, а я монашка. А, значит, ты сделала с мужчиной. Ты теперь не монашка. Тебя надо на анализы послать, и ты точно так, у тебя все переменилось. Женские органы на мужские переделаны. Вот написано женщина, жена, ребенка, ты не понимаешь, жена, вот мальчика крестят, батюшка берет ее в алтарь и заносит в алтаре вокруг престола. Если девочка, он никогда ее в алтарь не занесет. Подносит к иконам, и вот так ей девочке перекрестил и родителям отдает. Эта девочка, дня она еще, 8 дней, а ты-то пришла, тебе в храм-то заходить, может, нельзя. А к ней такое благоговение, она под олом шаршитчики под благословение идут. Я вчера рассказывал, во Фрунзе было, она такая снует, а мы со священником побеседовали, отец Владимир Светков-то, и он назад ее затормозил. Я не знаю, как звать, то ли Серафим, или Евдоксия. И он говорит, ты больше не заходи. А почему? Меня же архиерей благословил. Он говорит, архиерей сделал неправильно. Есть канон, я узнал. Ну, меня же владыка благословил. Так, сестра, ты не обижайся, но больше в алтарь не заходи. И из нее такое полилось... Столько там гнева, я к архиерею поеду. То есть она прилипла, она без этого жить не может уже. Вот это почтение, она в алтарь заходит. Ей там не надо, она туда-сюда снует. Главное отношение к ней. Угу. Понятно? Я это сам свидетель. Я могу назвать имена, время, когда это было. Брат Игорь, я хотел сказать, что мне бы очень хотелось, чтобы единодушие, единомыслие, о котором говорит апостол Павел, Господь наш говорит, да любите... Да любите друг друга, чтобы они на деле были исполнены и в нашей общине. Конечно, я вижу, что это не получается, но часто я вижу это единодушие, единомыслие. Хорошо, что у наших сестер, братьев есть свое мнение. Это интересно. Без некоторых прям даже было бы скучно. Но это тогда, когда все-таки со стороны этих оппонентов есть какая-то, во-первых, цель у них, для чего ты это говоришь. И второе, должно быть неоспоримые доказательства того, что ты вот сказал, и это все должно свершиться. Я вот сестре отвечаю. Она очень ревностно так стала на защиту. Да и второй тоже, пускай. Та еще ревнивее, аж убежала. Дело в том, что если вы так уж решили там ну, что-то защищать, вы достойные плоды покаяния покажите. Во-первых, вы находитесь в зарубежной церкви. Я вижу, вы это забыли вообще уже напрочь даже. Мы-то еще в зарубежной церкви. Запомните, мне уже надпись на спине от ПЦЗ сказали сделать. И он правильно это сказал. Да. Потому что я, вот этот дух вот РПЦЗшный, это как раз отец Константин. Они вот как вот были РПЦЗшники, они там и остались. И у них вот это все, сергианство... Это то, что экуменизм, оболганность настоящих исповедников веры Христовой, особенно революционного периода. Все это осталось. Они все это распространяют, все это. Как вот у нас было когда. А мы вот в этом, как вот пошли до полусоединения это. Вот завязли в этом. И теперь на московскую патриархию смотрим, как на святоч веры Христовой. Да туда, если и заглядывать нужно, тем более это интернет, тем более, запомните, это уже все у нас давно отвечено. Вот что считали сейчас, да? Я не стал писать больше. Патриарх Алексей говорит дальше,
каких бандитов напринимали в церковь. Была глава от патриарха, я никогда этого не считал. Бандитов! Это уже надо допечь, как надо было вообще, чтобы патриарх о православных сказал, а каких бандитов напринимали. И мы тоже. Ой, это не такие, они хорошие. Ну не ко мне это, не по адресу. Я знаю, что это истинно так. Патриарх сказал правильно. Да, брат Николай. Да, ну ладно. То есть я бы хотел просто прояснить один вопрос вообще. Ну, у нас тут были занятия по Священному Писанию, которое лежит перед нами, правильно? Постепенно все это скатилось от темы, которую мы проходили о детстве, скатилось в тему, ну, совершенно, ну, отличную от той, которую мы проходили. Это раз. То есть хотелось бы все-таки, если есть тема занятий, то по ней идти на занятия. Если есть какая-то, как говорится, вот раньше на партийном собрании было повестка дня, и потом было пункт разное. Вот разное было, самое интересное. Это разное. Остальное все это вода. Я сам был не один год. Знаю, что это такое. Вот. Поэтому здесь у меня такое предложение. Во-вторых, хотелось бы сказать. Николай, по частям, давай, чтобы потом не забыть. Вот я первый это говорю. Ответили, чтобы они ответили. Да зачем? Это мое предложение. Это хорошее предложение. Это мое предложение. Нет, вот. Теперь, во-вторых, значит, вот то, о чем сейчас здесь говорили, ну, что там в МП там то-то. Вы скажите, кто-то здесь не согласен с тем, что говорили Игнат Тихонович, брат Игорь, кто-то не согласен с этим? А в ответ тишина. То есть все согласны. Я согласен. Галя согласна, то есть все согласны, что там творится непорядок и прочее, прочее, прочее. Так? Так, но если брат согрешил против тебя, выскажи ему один на один. Правильно? Если не послушает, приду к свидетелю, а если и потом не справился, пересей церковью скажи. Понятно, если против меня кто-то согрешил из тех, я его увижу и скажу. Все. То есть, а вот так вот за глаза, понимаете, в чем дело? Это мы здесь сидим и льем, то ли это для камеры. Ну, здесь уже все в этом утверждены, что там, ну, беззаконие творится сплошь и рядом. Ну, у нас одно и то же. Мало того, мы ушли от занятий вообще, от темы. Вот в чем дело. Увлеклись вот этим вот. И мало того, даже у некоторых забудыхание спирает. Понимаете, вот есть такое, ну, волнение внутри. Ведь, потому что это волнует не только вас. И не только Игоря, и не только всех сестер и братьев. Ну это и там они, в Московской патриархии, они тоже волнуют, но они не знают, куда идти. А перейти сюда они не могут, потому что их те не примут. Секир башка сразу же будет. А нам складывается, вот, ну, у меня, вот я думал, ну почему у нас такое? Вы знаете, может быть, она мысль, поправьте меня, если она неправильна. Но нам выгодно находиться в таком положении. Потому что мы сейчас перейдем, там, ну, к примеру, к грекам. Куда-то. Так? Кто мы такие? У греков? Ну что, у них искать то же самое. И у них это же есть. Так это бузатеры, они куда не придут, они везде одинаковые будут. Понимаете? И нам выгодно здесь находиться, потому что здесь беззаконие. У нас здесь всегда есть тема для разговоров. Вы понимаете, в чем дело? Не о спасительных разговорах моей души, а о спасительных разговорах, ну, якобы спасительных разговорах о том беззаконии, которое нас окружает. Ну да, там голубые, розовые, каких только там нету, это еще. До христианской церкви это было. Это было сплошь и рядом. Все это. Ну нам это сейчас надо вытаскивать. Ладно, я это опускаю момент. Ну зачем? Ну кто не согласен? Вот, братья, вы мне скажите, что-то я вот там увидел. Как же так это происходит-то? Ну что мне-то делать, чтобы не было такого? Что? Иди и проповедуй. Мы идем и проповедуем. Каждый в меру своих сил. Правильно же? Вы, у вас один талант, у меня другой, у меня нет таланта. Я вот на работе не могу справиться. У меня их 8 человек смена. Один только более-менее там подвигается, а я уже там 6 лет работаю. Вот труда сколько, мало того, меня один убить хотел вообще. Мало того, меня с женой повесить на столбах хотели. Это прихожане с Петра и Павла. Ну, я говорю, слава Богу, хоть чем-то я послужу примером, что меня здесь повесят на Южном на столбе. Вот и все. Правда, это давно было, но так и не повесили. Может, слава Богу, а может, нет. Вот в чем дело-то. И там такие же не все. Ну, может быть, как-то. Ну я не знаю, есть занятия, ну давайте занятия. Николай, я поясню. Можно, Игнатьич, можно я скажу? Брат, ты хорошо сказал о том, что мы уклоняемся часто от
темы наших занятий. Вот прочитали мы стих, мы всего один стих сегодня прочитали, и прочитали толкование Феофилакта Болгарского на этот стих. И дальше мы пошли в другую сторону. Однако наша жизнь, она вот сама по себе, наверное, выводит нас на эти злободневные темы. Это первое. Второе. Я могу, вот наблюдаю за братьями и сестрами, но больше это сестер касается. Брат правильно сказал, что вот после того, как начались вот эти как бы сближения с зарубежной церкви, которой мы принадлежали и принадлежим, с Московской патриархией, многие склоняются в сторону, да там то же самое, да там же также тоже та же богослужение идут, да там же такое же причастие, такие же священники, все там хорошо, и начинается вот это вот помутнение, это называется. То есть замыливание глаза, что мы уже не видим этих моментов, которые должны опасаться. А мы должны о них всегда помнить, если мы говорим о том, что прежде всего мы должны беспокоиться о спасении своей души и ближних наших. То есть братьев и сестер, которые находятся рядом с нами. Если мы об этом будем забывать, если мы будем говорить о том, что все так же хорошо, одно к одному, как показывают глухонемые, тогда мы попадем в яму. Вот поэтому хорошо, что мы уклоняемся. Конечно, нужно придерживаться регламента, я согласен с тобой. Но это бывает нечасто, опять же. Так я пояснить здесь хочу, какое дело. Видите, мы три ролика подряд одно и то же. Практически-то ведь это намного труднее, чем теоретически. Вот коснулись, я не знаю, тут какой стих даже читали, а разговор зашел о том, что о монашестве, я зашел, говорите. Разговор о девстве был, о девстве вообще, не о монашеском девстве. Ну, это как раз, это по теме. Ну, как по теме? Монашество есть девство. Там не считается, нет такого. Ну, хорошо, я вам кредит, не монах был. Монашество без девства может быть? Нет. Вот и просто был заговор. Все монахи ссылаются на Иоанна Крестителя, ссылаются на Богородицу, она первая была инокиня и прочее. Это никак не обойти. Если же хорошо тебе одному быть, для монахов это обоснование. Вот о монашестве говорится. Они прямо ссылаются на это. У вас переход был совершенно плавный. Дальше пошел разговор, я слышу, уже говорят об Осипе. Я согласен. Но он должен смотреть на результат, делается или не делается. Указ издан, ты поставил пятерку, а издаю, живут они, портят тысячи людей на единицу, на двойку. Ну, у него-то связь-то не моя, он мог патриарху, ни одного раза нигде не написали об этом. Даже я не слышал, это не может быть. Вот мы говорим о чем, то есть вот это лицемерие, вот этот, нет, или карьеризм, говорю, что-то нет. Страх сковывает человека. Он, преподаватель, должен был поставить преграду этому, почему? Хотя бы в одном городе Москве. Это мы говорили об этом, это тоже в тему, иначе, ну, мы будем изучать, как говорил Пилак, память хорошая, запомнили наизусть, а толку-то? Я конкретно говорю об Осипе, вот человек, отступник, у которого, ну, все абсолютно попрано было. И наконец он нашел такую ячейку, и каждый раз хвалится, а я Осипова слушаю. И о чем бы ни сказали о посте, он все прикрывает Осиповым. Если... Этим именем прикрывает сегодня любое беззаконие и одновременно считается, чтобы верующим быть, это уже не просто симптом, а это кричащий факт беззакония. Как суметь так себя поставить такому умному человеку, что тебя избирают в себе в духовники самые негодные люди. Считают, что он их благословляет на это дело. А Писание нас учит, святые отцы, ты, говорит, избери такого учителя, строже которого нет во вселенной. Вот какого найди. Самого строгого. Виктор Андреевич. Марина Ивановна. Да здесь вопрос-то шел не об Осипове, а Игорь говорил о том, что патриарх Кирилл ни в одном его выступлении нет, значит, ссылок на Священное Писание. Я ему ответила и тут же как бы попутно сказала про Осипова. Это не значит, что для меня Осипов кумир. Я читаю, слушаю как Осипова, также я читаю Брянчанинова, и также и другие братья и сестры. Это не значит, что Осипов для нас кумир. Не важно вот, тому, кто беззаконник да, его берет. Я вообще говорю, вот. Зачем передергивать факты-то? Нет, это действительно так. Я говорю о конкретном человеке, которого знают, и который нашел для себя сегодня покровителя только в лице его Осипова. Он не нашел нигде, что он обещает его беззаконие. У него нет греха, к которому он не соприкоснулся, человеку, которому за 70 лет и живет в этом грехе. Его нельзя оттуда вытащить. Почему? Я делаю все, как Осипов говорит-то. Понимаете? Гитлер никого не убивал. Сталин ни одного человека не убил.
Но вы знаете, что они сделали, как Ленин? Как Осип, говорит этот Дмитрий Смирнов, более отвратительная, более гнусная личность, чем Ленин, не рождалась земля. Это намного хуже Гитлера. Это открыто выступает и говорит. Так и здесь. Если вы узнали, что это так, так вы отступите. Вот они обо мне, патриархия, вот местная епархия, они печатали обо мне неоднократно материалы. Не слушайте его такой, но заканчивали одинаково. Даже Антоний против меня выступает. Да, я уважаю этого человека, он претерпел в годы советской власти. То есть, возвращаю, у него строгое учение, чтобы... Какое мое учение? Чтобы соблюдали каноны, правила. Он не может то, что мне за столом, когда сидели, у меня обедали, он не может сказать, его сразу сметут оттуда. Они боятся. Они все запуганы друг другом. Да какая? Да как Дух Святой-то в тебе будет действовать? Духу Святому нужна полная свобода в этом. Мы говорим не о том, что где-то отсутствует. Это наши братья и сестры, погибающие здесь, у которых таинства извращены, сокращаются сакраментальные части. Изменилось что-то? Ничего не изменилось. По сегодняшний день. Еще так. 5 минут. Можно? Можно я тут доскажу еще, меня тут перебили? Значит, во-первых, то, что сестра говорила, во-первых, церкви, то, что строятся там, это 1300 порушенных церквей, во-первых, ну я быстро скажу тезисами, церкви строить не надо, не надо строить церкви, нужно строить храм Божий в душе человека. Для этого должны быть катехизаторские курсы, не простые катехизаторские курсы, а именно катехизаторские курсы, которые бы могли человека держать длительное время, с человеком, который будет их преподавать. Допустим, ну не 500 часов там, как вот у нас было, 550 часов. Ну хотя бы полгода или год не менее. Тогда человек себя там сам узнает. Дальше. Такому человеку, то есть оглашенному, нужно быть именно оглашенным. Я имею в виду Кирилла Иерусалимского, который оглашал людей, вот это, у него есть огласительные беседы. Вот пока не будут выслушаны все эти огласительные беседы, на какой-то из этих бесед человек должен быть именно оглашенным, признан. Как только он будет признан оглашенным, тогда ему можно будет посетить собрание святых, ну то есть богослужения. До этого закрыть богослужение для этих людей, вообще никого не впускать в храм. Должно богослужение быть на нормальном, понятном языке, чтобы человек понимал, где он находится. То есть, вот это то, что русский язык и так далее преследуется, это тоже к этому все относится. Вы об этом даже совсем не помянули, и никто из них не помянет. А люди придут опять в храм, даже будучи оглашенные и крещенные, и они придут под церковно-славянское богослужение. И опять ничего не поймут. И опять все то же самое будет. То есть, я вам перечисляю такими тезисами коротко, что должно быть. Они этого ничего не перечисляют. И то, что я вам говорю, это сказал еще Игнатий Тихонович в достопамятном том 96-м году, в начале, когда я только первый раз его услышал. Он уже это говорил, как нужно делать. А это они никогда не скажут. И самое главное, ни у кого из них вы ни в интернете, ни в личном беседе никогда не увидите ни одной слезы покаяния. У них нет покаяния, им Бог закрыл это. Вот здесь вот слезные железы, они у них высохшие. Он никогда не будет плакать о грехах, которые совершил или его эти сопастыри, или он сам. И вы будете их слушать. И третье, самое важное. Вы не заметили, но это очень заметно было, и любой скажет. Вот эти семинаристы, которые ругали, поносили, не только меня. Ну, меня там, да, побить решили они, потому что я там какое-то слово не по-ихнему сказал. Но это бы и побили бы даже, ладно. Разговор вот о чем. Какое-то время они это осознали, как это осознала и католическая церковь, когда пришел Мартин Лютер со своими тезисами. И через некоторое время они начали выставлять заслон. Это там тоже понимать, сатана он не дремлет, он понял. Если вот так все останется, они будут разбиты в пух и прах. Поэтому они сегодня в семинариях своих обучаются, как вам ответить, как замазать глаза. И вот таких верующих людей, истинно верующих, они вас по-другому называют между собой. Но им вас надо заблокировать, во-первых. Как это делал вот этот священник, когда мы благовествовали. Он просто братьев заблокировал, и они ни раздавать уже, ни визитки не могут, ни Евангелие не раздают. Все, хорошо, что у нас было несколько путей. Я в этот момент как раз раздаю, смотрю, они там вокруг, все, он скучковал вокруг них, суетится там, что-то бегает, орут. Я уже говорю, братья, бросайте вы этого священника, давайте занимайтесь своим делом.
Ну и тогда там уже, пока не подошел, пока это, как говорится, там не воздействовал, я вижу, что там ничего не получается. Они блокируют специально, а до этого они вырывают визитки, рвут их. То есть у них это идет постепенное. И то, что они в интернетах, они вот такого там робота этого православного выставят, супер православного, вы даже не поймете, о чем идет речь. И дальше, если вы взяли где-то и что-то говорите о том, что они там правильно пишут по Священному Писанию, вы принесите мне эту проповедь сюда, или Игнатий Тихоновичу. Я вам разложу его вот так вот, по всем статьям, там ничего не будет, ничего не останется. Вот, если вам надо подтверждение, возьмите, какой там, третий том, четвертый том, да, Игнатий Ильич? Вот смотри, подожди, когда. Где вот, Кирилл, гляди, вот отсюда вопросы почитай. Разбираются. Когда мы были в Клочках, это у нас было 46 шестой. Человек. Вот посчитай, в это время этот пишет. Вот отсюда, вот, считай слух. Вот отсюда. Решили, выходит Виктор Андреевич, вот этот человек, и я ему даю газету прочитать речь патриарха. К назначенному времени приехали в спортзал, приходит народ. Это пишет журналист. Полтора десятка человек, половина детишки с любопытными глазами. Среди пришедших оказывается женщина, которая помнит Лапкина еще с тюрьмы. В конце 80-х годов его посадили за то, что на пленке наговаривал жития святых и архипелаг ГУЛАГ. Он был зэк, а она фельдшерица. Такая вот встреча. Эпоху спустя. Эпоху спустя. Как выражается. Дальше. В начале проповеди Лапкин зачитывает из газеты «Труд» интервью нынешнего патриарха Кирилла, тогда митрополита. Ну что можно сказать? Я материал какой принес. Патриарха Кирилла. Им это не надо. В это время они там на улице вызывают ОМОН. Церковники. Староста стоит матами и гонит. Ему Севастьян говорит, что ты материшься-то. Староста церковный. Дальше. Что написано, читается. Священник должен выйти за ограду храма и пойти на улицу, на вокзал, к людям. Это говорит Кирилл. Арена нашей битвы. Жестокий и нередко враждебный окружающий мир. А кавычки. Это он говорит. Тепляков говорит, и в это время? Тут враждебный мир дает себя знать. В дверях появляется довольно респектабельная дама и говорит. Я вам запрещаю проводить это собрание. Понятно, она никакого отношения не имеет, но она ходит в церковь, и она пропитана вот этим духом. Никого, кроме их, на земле нету. Она сейчас другая. Мама. Только они одни. И она что, привлекла кого-то, ей не надо. Здесь никогда в зале не было никого. И дальше? Это выясняется одна из местных прихожанок. Приказным тоном... Я спрошу, кто это? Зинаида. Ее знают, все, и она фотографирована, тут стоит. Тут. А староста этот недавно почил. Вот. Умер? Да. Ух, какой он умер, парень. Ужасно. И он матерится прямо, матерится, ничего не может сделать. А ему вам вот говорят, ну что они там окна бьют? Да нет, не бьют. Ну людей там они бьют, да нет, поют. А ОМОН отвечает, ну и пускай поют. Неверующие люди, им надо натравить это сергианство, предать. Приказным тоном она говорит клочковским старухам, вставайте и пошли отсюда. На бабах тогда. Пошли отсюда. Старухи оживляются и отвечают. Ишь, раскомандовалась. Это она зря таким приказом. Даму вытесняют из зала. Говорят. Потом она звонила даже в ОМОН, но ОМОН не приехал. Ну вот так. Они не могут быть другими. Это система их делает такими. Брат, все твои тезисы к одному тезису можно свести. Разделяй и властвуй. Да, да. Я поэтому и говорю, чтобы сестры у нас не были братья. С этой женщиной. Она лучше стала относиться? Она очень изменилась. О. В лучшую сторону. Ну, Тамара, ныне покойная сестра наша, она с ней хорошо потрудилась. И, в общем-то, у нас бывают иногда с ней связи, телефонные разговоры. Вот. Ну, да, так она расположена. Но, тем не менее, она боится общения. Потому что... Запрещено. Не разрешает еще. Вообще. Потому что, представьте, какое рабство. Они следят друг за другом. Вот у меня в друзьях просится священник. Я его не знаю, но я принял. Андрей Забуранный. Я вижу, ну, настоящий священник, такой пузатый, нормальный. Но я-то слишком обманываюсь в этом. Я посылаю ему материал о крещении. Я знаю, что они не крестят. Я ему посылаю материал о крещении. Но если он настоящий-то был христианин, он бы сказал, вот это да, я и не знал.
Ну ладно, там сказал там Иерусалимский, какой керосиновый там, но главное это патриарх-то наш не говорит, а я ему послал, что патриарх говорит. Но какая у него реакция была? Я не ожидал этого. Он мгновенно меня заносит в черный список, то есть я к нему не могу, и сразу объявил всем своим, а у него друзей там 5000, если кто у Игнатия в друзьях, я всех вычеркну, ни одного не будет. Но это еще не злоба. А люди эти совершенно не, у меня ничего кроме добра-то не получали-то. Он их пригрозил поповской власти, я вас сделаю изгоями. Я уничтожу вас, если вы с Игнатием будете-то. Ну и я выхожу утром, так гляжу, у меня там на 150 человек меньше. Ничего себе, я думаю, такого никогда не было. 150 меньше-то. Но проходит время, один за другим возвращается. Я говорю, так вы у меня в друзьях были. Так отец-то Андрей сказал, как? Вот так. А я, говорит, посмотрел, у вас ничего плохого нету. И примите меня снова, друзья. Я вас и не выгонял. Ну и как пошли ко мне обратно, те же люди пачками обратно. А он в это время фотография идет, он там Дивеевский, наголо надевает милиционеру чугунок, лечит от головной боли. А потом себе наголо надевает. Чугун. Чугунной головой, да его сроду не пробить. Кто? Это не выдумал, это реально, что со мной есть. Они не могут быть другими. Вот сейчас нас блокируют, вот сейчас заблокировал опять диакон. А за что? Он ни слова не говорит. Ни слова не говорит, потому что не нравится Лапкин, кто с ним? Давайте пятеро, нажимаем одновременно, спам. И все, они заблокировали, опять на неделю у нас не работает. 2800 человек отбили от нас. И люди приходят и говорят, а почему вас блокируют так часто? Мы ничего не можем сказать. Ну это наша администрация такая. Я говорю, вы напишите, пожалуйтесь. У меня было, меня один раз заблокировали, я пожаловался, ко мне мусульманин залез, взломал, все перепортил, и с моей страницы стал рассылать экстремистские материалы, уничтожать русских. Администрация, это ясно дело, на меня. Я говорю, я не мусульманин, я не могу этого делать, они меня сразу разблокировали. Но что интересно, пока он у меня находился здесь, и в это время заходит Самира. А я ей говорю, Самир, твой мусульманин залез, что делает-то? А он говорит, вот эта свинья Лапкин за свинью Сысоева заступался. И поэтому я с ним так поступил. То есть убитый священник это свинья. А что он ко мне залез, значит, ну он молодец, а я свинья. И она по-своему, видимо, там ему как начала, говорит, это не то. И он сразу вышел. И что интересно, поломанный пароль у дверей как ключ положил. Я сам себе вошел. Вот она его пробрала как. Нет, ну, конечно, я просто рассказываю как о прошедшем, а вначале там мне тревожно было. Это все по делу. Если мы прочитали одного стиха, его бывает достаточно. Время и концовку можно я скажу? К этому. Памва, запомни имя. Памва, святой. Памва. К нему подошел один. Памва. И говорит, Памва. Памва. М после. М, а потом В. Да. Памва. Памва. Памву. Памва. Да. И он ему говорит, хочешь видеть дни благи, удержи язык свой от зла и уста свои от лукавых речей. Он говорит, подожди, так, удержи язык свой от зла и уста от лукавых речей. Так я пошел, так подожди, я хотел тебя проповедовать, не надо, не надо. Он с неделю, месяц ждет, наконец, а что ты не идешь? Я говорю, еще те слова не притворил в жизнь. Я опять это сорвался, опять сказал, удержи язык свой от зла. Так не язык только, а мысли. Зачем мне дальше читать? Когда я это не выполнил, я считаю это совершенно правильно. Молодец. Тепляков пишет, Лапкин говорит одно и то же, как учитель ученикам, которые не могут выучить дважды два. Да. Я вынужден это говорить. Они не знают Писания, не верят в Бога. Вот и все. Вот сказали относительно патриарха. Вот я сейчас смотрю, выступает патриарх. Вот, просто видно, таким он напором говорит. Это вот что сейчас там где-то делается... Ни разу. Вот я одно за другим. А то ты другое слышала. Выступает перед огромными аудиториями. Ни слова Божие ни одной строчки не говорит. И слово Христос не произносит. Господь. Аминь. А крестится вот так вот, Вера. Вот посмотри. Крестится, вот, да. Видел? Вот так, вот сюда, вот в карман. Крестится, я видела. Ты посмотри, Владимир Владимирович Путин, когда крестится, он вот так вот крестится, вот так вот еще руку туда поднесет. Наоборот, я еще это понял. Это патриарх. Притом, сколько раз крестится, еще патриарх ни разу правильно не перекрестился. Такому маханию бесы радуются. Или патриарха не радуются, ангелы радуются. Это я на Златоуст еще не читал. Это обман.
И представь себе, патриарх приезжает, я не знаю, там Почаевская или какая, и лимузин один за другим выбегают охранники, и его туда заводят. И везде там, видимо, снайперы или кто, ни одного человека, по пустынным улицам, как инаугурация Путина была, Москва была пустая. Ни одного человека, ни одной машины, ни одного велосипеда нету. Ну, здесь-то люди-то есть. Но почему ни одного человека-то не показывают-то? И только показывают, стоят взрослые, крепкие ребята. И вот так стрелками показано, красная стрелка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семеро вокруг одного. А вверху написано, Кирюша совсем на Бога не надеется. Народ-то понимает. Кирюша совсем на Бога. Семь здоровых ребят, которые получают зарплату. Да разве Христос имел это? Или апостола Павла охраняли здесь? Ну, неужели мы ничего не понимаем, баюкаемся? Он такая же фигура, с него спрос будет большой. Надо сегодня ему говорить, пока он живой. Ну и говори, а я ему написал это письмо. Но ответа нет. И не будет, не получил. И сейчас, главное, в интернете выступает один и говорит, я, говорит, прослушал ролик Лапкина, ой-ой-ой. Он говорит, там 32 раза в администрацию писал письма, 32 ответа. Патриархию за эти годы, я около 100 написал, ни одного ответа. И мне кажется, никакой патриархии нет, просто муляж ушастый. Вот это, патриарха висят эти, как уши. И они это в интернете сейчас муссируют. Это из интервью. Что я говорил в интервью? Вот и все. Если патриархия есть, вот сейчас мы написали, пригласили. Ну, могли бы звонок, они же мне звонили. Так, мы не можем, владыка уехал в Москву, а без него мы не идем. Ни слова, ни полслова. Батюшка не в свое время приезжает, вот неделю был назад, едет в другое место переехать, поезд останавливается, столько маяты, только для одного, что они придут, чтобы литургию вместе. Ни одного нету. Батюшка говорит, ни разу не позвонили мне, да как же так? Ни разу. И я говорю, я и не ждал никогда, этого не может быть. Дальше звонят, а у вас книги есть? Владыка Максим просит все ваши книги. Я говорю, есть. Ну мы купим, мы за ценой не постоим. Я говорю, хорошо, приезжайте, завтра я готовлю книги. Проходит больше месяца, ни звука нет. Ну сказали бы, владыка испугался, или владыка передумал, или, ну Игнатий Ильич, не надо нам уже, ни слова. То есть это такое супер презрение народа, они никого не видят, не знают. Я перед ними не виновен. Они мне позвонили с епархии. С епархии. Со мной разговаривает Беляев, отец Сергий, секретарь епархии. Я сказал, приезжайте. Ну, мог бы дать отбой. Договорились встретиться по Теряевке. Батюшка там барашка колет, шашлык готовит. Праздник, к нам едут. Ну, не поехали, хотя бы сказали причину-то. Почему не едете? Это ни слова. Для них это нормальное явление. То есть общечеловеческие чувства у них выморочены, все выморочены, их нету там, выжжены. Так не делают. Я вот приглашал этот, уж не кто-то, главный банкир края, он поважнее их, Песоцкий-то. Он звонит, меня вызвали срочно в Москву, меня не будет здесь, ты ж извини меня. Понятно? Краевая администрация там свободно звонит, говорят. Баварин, мэр города, сам приехал сюда, вот в это здание. Здесь ни одного звука никакого нету. Ясно, что мы что-то не то делаем. Я хотел еще концовку сказать. У меня мама вчера позвонила, передает поклон всем. Спасибо. Вот в этой деревне Бугачева, где она живет, сменился уже четвертый священник. Сейчас у них новый. За какое время? За 2 года. Опять священник. И ни один из этих священников ни одного занятия не провел. Даже более того, ни один не провел просто беседы с людьми. Всегда куда-то бегут, всем что-то требы, надо. Требы. У всех требы по нескольку сразу каких-то этих храмов. Не один только их храм. И мама плачет. Там все началось с того, что он сразу начал выяснять, кто тут лояльный православие, кто не лояльный новый священник. А там парнишка, он у них топит 23-летний. А сейчас морозы такие. И он сразу уже к моей маме почему-то прильнул. И уже у него сестра Валентина, скажите, вот это тот, кто нам топит, Андрей, он благонадежный или неблагонадежный? Парнишка там этот уголь ворочит, когда нету никого там, в такие морозища идут. Он все там проверяет. И ни одной копейки еще парню не заплатили. Мама в слезах такая, говорит, я, говорит, не знаю, что думать уже. Я говорю, мам, ты перестань ты так переживать. Она так переживает, потому что она его кормит, этого пацана, получается. Она и туда, к отцу Константину ездит в воскресенье, а здесь в субботу и все. И, говорит, решила с матушкой, с этого батюшки познакомиться. Она с ней даже разговаривать не стала, матушка. Прошла, говорит, мимо, и все. Я матушка, она
даже не повернулась. Никто им не нужен, ничего. Как, говорит, там будет дальше все, переживает за церковь. Понимаете, тут не Осипов никто не поможет, должно быть духовное рождение. И тогда она около каждого человека будет останавливаться, с кем бы поговорить. Потому что она помощница священнику, матушка. Это самое первое рядом. И мы конкретно можем помочь. Мы показываем, как это сделать. Аминь. Руку поднимает. Елена Степановна. Я хочу сказать о том, что высказывание было Путина в пятницу. Пятницу или в субботу. Он говорит, что происходит на Украине, в Украине. Что происходит? Самое большое, говорит, мне огорчение принесло то, что выступление священника, он вышел и говорит, я вас поднимаю всех и благословляю, чтобы вы сейчас, все вот кто, оппозиция, поднялись и шли и вышвыривали тех правителей, против которых выступаете, из их домов, что вы тут собрались на этой площади, идите, я вас благословляю, чтобы вы их вышвыривали. Я, Путин говорит, я поражен, разве может священник, как бунтарь, поднимать людей на бунт? Не священники ли они мир нести должны людям и сказать, и да тем более те, которые подняли, он на их стороне, и такое вышвыривать, это ли священник? Еще из домов. Из домов, из их квартир, говорит, вышвыривайте их. Мне, говорит, больше всего этого поразило. А ему потом говорят, а вот этот вопрос, почему вы считаете, что вот вы сейчас взяли по каким-то ценам, очень низким, продаете им там газ. Вы почему так сделали? Он говорит, это одно с другим, это народ Украины и народ, ну, в общем, это. Он то признал, что он должен народу помогать. А то, что священник повел недостойно, он вот это такое, у него прямо было такой вид. Так, это маленький. Сегодня необыкновенный материал поставили, как украинские ребята учатся у натовцев на территории Эстонии, как вести партизанскую подрывную работу. На правильное действие мины, когда ставят, и потом издалека они нажимают, и мина выметает все на расстоянии 100 метров. Никого нету. Как это высчитывать? Ножом, с автоматом, вниз головой спускается, проникает в здание. НАТОвские пришли, НАТОвские преподаватели здесь. И они показывают, и среди украинцев, и там и девчата есть тоже. Кого готовят? Против кого? Ясно дело, что это не за то, чтобы был мир. Да понятно. И об этом не говорить нельзя. Надо о них молиться, об украинском народе. Да, братском нашем народе. Молимся. Все призывались. Дух мирный. Конечно, ты, Сережа, что-то показал? Все. Нет. Так, вы минутку, подождите, Сережа, притащи, пускай еще что-то хотел. Я хотел показать ролик за Кураева. Посмотрите. За Кураева, видя ответ Чаплина. В поддержку Андрея Кураева. Давайте. Давай. Я думал, ты уже показал. Сядьте все, посмотрите. Здравствуйте. О, Сережа. Ой, мы это уже смотрели. Это мы смотрели. Смотрели. Не надо. Конечно, его. Опоздал. Сережа, у него слабо все это. Ладно. Это пение, тем более гитара все забивает, ни слова, ничего нет. А это не авторитетно. Смотрели. Я думал, Андрей что-то. Молиться. Я его послушал, на пение это совершенно не нужно. О чем? О ком? О миллионе. Да. Ну я что-то перед этим молился за Кирилла, за всех, кто рядом с ним. Ну я прям молился же. Я же своим словом не поднимался. А кто будет молиться? Вы? У нас молитвенник один. Боже милости, будь мне грешным. Создав имя, Господи, помилуй меня. Бесчеславие согрешил, Господи, прости меня грешного. Помилуй. За молитвы святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Царю Небесный, Утешителю души истинной, и же везде сы, и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись овны, и очистины от всякие скверны, и спаси блажи души наша. Святый Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святый Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святые, посети, исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, сила и слава во веки. Аминь. Господи, слава Тебе за этот воскресный день. Благодарим Тебя, что Ты позволил нам воспользоваться добрыми изобретениями этого Мартина и Тимофея. Благослови их. Помоги им, Господи, исполнить заповеди Твои и наследовать жизнь вечную. Ты сделал голос нас слышным по всему миру. Хвала Тебе. Будь милостив, прости, что не по воле Твоей было сказано и сделано. И защити нас от происков вражеских. Посети узников, томящихся за Слово Твое, терзаемых, мучаемых, сожигаемых по всему лицу земли. И нас укрепи, чтобы, когда наступят гонения, никто из нас не оказался отставшим. Никто не посчитал эту временную жизнь дороже вечной. Тебе, Господи, хвала и слава за все. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Аминь. Маленько не спешите, чуть-чуть еще нужно одно дело. Здесь. Я вот напомнить хочу. А я против. Я говорю, ну ты объяснение дай, почему против-то? Ну против, да и все. У меня на кровати лежит это Саша Муха. Развалился тогда. Ну почему? Тогда был конгресс интеллигенции, здесь собранный, со всей России. Тут был Алферов, лауреат Нобелевской премии. Но от нашей общины нужно было, чтобы документ был представленный. И мне, ко мне подошли в университете и говорят, а вы не могли бы прийти? А как, ну чтобы ваши провели собрание? И они мне подсказали так. Ну избрали меня пройти, я знаю там людей, я знаю, что сказать. Ну Сашу не избрали, он как забунтовал. Понимаешь как? Ну я что могу сказать? Это твой зять. Вот она стоит. Дальше у нас были люди, которые здесь. Что бы мы ни принимали, а я против. Ну а почему ты против-то? Ну у меня свой голос есть, я против. Ну может быть мы все ошибаемся, ты одна знаешь. Блинникова Раиса Николаевна. Вот это вот мы, интернетное знакомство. А я против. Ну как против? Все проголосовали, беда такая, во всем мире кричат. Эти развратники вторгаются в дом через компьютер и... Ну против, она неграмотна, ничего нет. Ушла что? Ушла, ослепла и все дома сидит. А до этого обговорила она. Меня хоть как выгонять, я никогда не уйду. А мы уже знаем, батюшка говорит, если кто так говорит, я уже знаю, он уйдет. Это он уже этим цепляется. У нас потеряевки, Миша Никитин. Меня хоть как выгонять, я не уйду. Нету. Это закон такой. Мы знали, что кто ругает патриархию, не понимая, что просто патриархийные, безблагодатные в зарубежной церкви. Они самые первые пришли под патриархию. Это какой-то закон, я не знаю, от чего такое. У нас были здесь, приезжали, я их могу по именам назвать священников. Они батюшку упрекали, да ваши люди ходят в патриархийный храм. Это срам, нельзя заходить. Как, это благодатная церковь. Мы против того, что каноны попираются. Святые таинства попираются. Они даже когда венчают, они венцы не надевают вот так вот, над головами держат. Венчание-то они вот так стоят. У жениха, у невесты. Да где ты, какое венчание-то? Ну если чемпиону присваивают венец, он как надевается? Венчается. Но это всегда было, испокон веку. И вдруг причащают любого, кто бы с улицы не зашел. То есть нет ни одного таинства, которое не было бы опоганено. Я вот венчаю, а он говорит, священник, в моем храме третий раз венчают при живых женах-то. Я, говорит, пошел к архиерею. Ну, видите, обстоятельства такие, он называет обстоятельства. Но при живой жене выйдет замуж, называется как? Прелюбодействие. Это Б. Вот это все. Это церковное Б развелось-то. Архиерей может, да не может архиерей разрешить. А он разрешает, Пугачева будет венчать 3 раза, патриарх там не может венчать у него даже 2 раза. Чего непонятно-то? Очередного мальчика, говорит, нашла. И когда начинаешь это говорить, оно поперёд, ты смирись. Это враг бунтует. Не по-твоему, но это ничего не значит, скажи, ты себя смири. Я стал рассматривать, мне подсказали, было в Канаде, скажите, а у вас вот это есть, есть, а вы не думаете, что вот в этом ваша ошибка была? Я стал думать, пошел со специалистами, посоветовался, да, действительно, это была ошибка. И он относительно Потеряевки, когда начинали, нужно с первого дня было бурить скважины, не это, а сделать на 80-100 метров.
И он обосновал, как сделать большой насос, провести по домам. Вы много потеряли из этого. Мы посмотрели, в самом деле, шланги на улице воровали, и мы сколько там было где-то. То есть подсказка ее требует рассмотрения. Действительно так или нет? А не так, я намертво отрекаюсь. Не надо это, не надо гневаться. А бывает так, кто отмахивается, или я уйду, не буду слушать. Это побег от действительности. Мы должны сказать, что есть возможность. Так, говори. Тут идет маленький нюанс. Я сказал, говорю, он говорит, я запрещаю. Я не могу разрешать теперь. Больше я тебе ни разу не могу разрешить без его ведома. Твой муж хозяин. Только он. У него спрашивай разрешение. Вот он. Разреши. 5 занятий. Тебе сказано? 5. Все. В чем говорит? Вопрос исчерпан. Пять занятий. 5 недель. 5 недель. Вот все. Я не мало, одни власти. У тебя есть муж. Говорит, он ответил. Не то, что против там. Ты сама дома обдумай, напиши на бумажку. Я разрешаю не написать. Ты же Богу обещала 5 недель. Да. Ну ты подойди к нему, напиши. Тебя этим не унижают нисколько. Мы тебя любим. Ты такую помощь оказываешь. Куда ни посмотрю, твоей рукой написано все. Ты не забывай, тут сколько твоего труда здесь. Это враг смеется над нами, чтобы не было этого. Всего один месяц, я хочу. Поддержать надо сестру. Вон, Сережа, сколько ты ходил под эпитемией? 3 года? Три года ходил. Ну что, брат, давай споем. Давай попоем. То есть, внимание, оставайтесь, кто хочет попеть песнопение под музыку. Я думала, это вы что-то хотели показать. А, ну давай, что там он поет в защиту? Ты не слышал? Нет, давай. Я хочу просто сказать аминь. Мне понравился этот ролик. Игорь, а что, где у тебя Марина? Что-то я не вижу ее. Марина? Да, никогда не бывает. Духовно рождается свыше. Для этого я не знаю, что нужно. Протяжные роды. Главное, что я ее люблю. Все, слушай. Тихо. Для нее сказано диакона Андрея Кураева. Мы на днях не спали и не ели, в монитор во все глаза глядит. Там стыда не испытал ни капли. Речь держал отец Всеволод Чаплин. Говорил он, что Андрей Кураев самый злостный среди разгильдяев. Что службист он, тролль, заядлый склочник, нечисти испорченный источник. Речь была поставлена корректно, выверена правильно, эффектно. Выставлены четкие акценты, чтоб так подопухали экскременты. Компромат был подан так, как надо, чтоб само решил божье стадо. Ревностью по позе пламенея позабыть Кураева Андрея, чтоб не беспокоились напрасно. Все у нас в порядке, все прекрасно. Сверху нам виднее все, ребят. Слово волка не пускайте в дом козлям. Кожаное кресло не скрипело. Неужели вам, отец, нет дела, что в городе да в Казани голубок в архиерейском сане? А Бог наш, он все видит и молчит. Он хочет, чтоб мы сами все сказали, чтоб слезы незаслуженной печали оттерли мы с глаз тех, кто дни скорбит. Чтоб пастырь был как чудо, как Христос, чтоб любовь была не лицемерна,
что подлость ложь продажная и скверна. Не покрывались словом аксиом. Всем известно, что на белом свете корень зла в серебряной монете. Тех, кто к ней с любовью прикипает, благодать тихонько оставляет. Это главная черта системы, знак иерархической богемы. Имидж вместо радостной улыбки. И не вздумай наши замечать ошибки. Хоть отца Андрея заплевай, но уют вернется к ним едва ли. Лед уж тронулся, не остановишь. Разогнался поезд, не догонишь. Или иди. Чувствую, должно случиться чудо. Далеко не все у нас иуды. Русь, она всегда такое дело. Только пала, глядь, опять взлетела. Ведь Бог наш предлагает два пути. Воскреснуть в нем или бесславно сгинуть. Я верю, будет дерево цвести. Корабль наш врагу не опрокинут. И снова будет пастырь, как Христос. Любовь все облачатся непременно. Пройдут дожди и солнце после гроз. Взойдет ведь тело Господа нетленно. Спасибо. Кто это? Глеб Печерский. Это кто он вообще? Просто Глеб Печерский? Просто Глеб Печерский. Что-то как будто в форме сидит. Да не, это в майке он сидит. Да он простой мирянин, тут понятно. Мирянин, да. Да, такие слова только мирянин может сказать. Ладно, я пойду. Но дело все в том, что, конечно, это все, он оптимист, молодец, ну и сектор.